шляпка. Он парке жив. Вот. Жибли. Мон францез. Определенно, это культурный шок. Великая Инна Макарова, отличница советского кинопроизводства, лауреат Сталинской премии 1949 года, девочка из дремучего сибирского поселка Тайга, говорит по-французски запросто и ошеломляет своей такой импортной легкостью, как если бы куранты на Спасской башне ровно в полдень исполняли вальс, рабочие колхозницы закружились бы в танце, а суровые высотки расцвели ажурными барельефами. Мама, а мадемуазель? У-ла-ла! Мон папаша не сипа! У-ла-ла! Жесть и изенюрантель! У-ла-ла! А Париж Сюзан Дуа! Девочка из дремучего сибирского поселка Тайга выучила язык Гюго, Руссо и Дидро не для того, чтобы лихо петь частушки в этом эпизоде из советской киноклассики. Актриса мечтала читать без перевода французские главы романа «Война и мир», как минимум. Елисеяна Ивановна Овчинникова, «Царствие небесное», очень давно рассказывала историю, как они снимались в фильме «Девчата». Елисеяна Ивановна Овчинникова говорила о том, что я чувствовала себя на этой съемочной площадке очень нелюбимой, очень нежеланной. Потому как в момент, когда раздавалась команда режиссера «Стоп, снято», Инна Владимировна Макарова вместе с Надеждой Румянцевой на станции «Часовая» на Урале, где снимали это кино, они отходили к окну и разговаривали в стихах и по-французски. Подслушиваешь? Много будешь знать, скоро состаришься. Ладно бы стандартный для советских средних школ английский или стратегический в ее прифронтовой юности немецкий. Но нет, пардоньте. Инна Макарова с ее вечными ямочками и кудряшками, с ее бойким обаянием и каким-то нездешним шармом всегда упрямо противоречила своей монументальной эпохе. Разумеется, народная артистка Советского Союза шла в ногу со временем, иначе было не выжить. И все-таки порой она сбивалась на инородный твист. Театр окончен. Вот эта дивная вещь, вот, мне подарили в Гатчине на кинофестивале под руководством мэра города. Девушки, мастерицы преподнесли в эту прелестную вещь. До чего она мне понравилась? Мне набросили на плечи. А тут такая еще хвост есть. И сумочка еще есть. И я дефилировала, показывала, как это. Короче, я очень была довольна. Правда, я рассказала, как это. Ой, Слава Зайцеву. Говорю, какую мне вещь подарили. Ну и куда ты ее наденешь? Я ей подумала, действительно, а куда я ее надену? А я не папина, а я на улице росла. Что ты делаешь? Нашла место тебе, что здесь там площадка, что ли? Бесформенная роба. Вот подходящий наряд для советской кинозвезды. Инна Макарова – первая звезда послевоенного кино. Страну, уставшую и обескровленную, надо было вдохновлять на новую жизнь. И комсомолка Макарова вдохновляла. От всей души, по призванию. Ее призвание, мощное, несокрушимое, проявилось сразу и очень ярко. В начале войны 16-летняя Инна Макарова, девочка из таежного поселка, переехала вместе с мамой в Новосибирск, где открылась театральная студия. Утром репетиция, днем концерт в госпитале, вечером обязательный поход в театр. Жизнь шла своим чередом, наперекор смерти. Когда-то во время войны, когда в эвакуацию половина страны уехала, выехала, вот Новосибирск приехал, весь Ленинград, ТЮЗ, театр, Пушкинский, где работали еще корифеи 19 века. И я их увидела.
У нас в театре «Красный факел». Я бегала на эти спектакли. А театры были переполнены. Вы знаете, во время войны это замечено. В театр ходят больше, там, где есть возможность. А Симонов, как играл Лаврецкого, боже мой. Вот я заметила, военных много было на спектакле, смотрели. Многие плакали. При Доме художественного воспитания детей была студия. Руководила ей замечательная женщина, бывшая актриса из Томска. Так что занятия были поставлены прекрасно. И вот однажды на репетицию она пригласила Николая Константиновича Симонова. Для нас, прежде всего, конечно, это был царь Петр. Мы видели этот фильм. Но когда он пришел к нам зимой, это было холодно, я стояла за кулисами. Он немножко опоздал и сказал: продолжайте. А назначена была к репетиции. Мы же в госпиталях выступали. Сцена у фонтана из Бориса Годунова. И я, простите, играла Марину Мнишек. И когда Симонов сел и сказал: продолжайте, Женька Шурыгин начал сцену. Вот и фонтан, она сюда придет. И вдруг я слышу: минуточку. И Симонов заступает на его место, разворачивается на меня и во всю ширь темперамента и особенного произношения почти кричит: ты, наконец! Тебя ли вижу я одну со мной под сенью тихой ночи? В общем, косички мои поднялись дыбом. Я почему-то присела, набрала воздуху и закричала: часы бегут, и дорого мне время. Я здесь тебе назначила свидание не для того, чтобы слушать нежные речи любовника. Смотрю, уже Симонов на меня как-то странно смотрит. В общем, мы доиграли сцену до конца. В конце он посмотрел на меня, погладил по косичкам и сказал: надо поступать в театральный институт. К началу войны в Москве было 5 театральных институтов и 1 кинематографический. Их эвакуировали туда, где тепло и сыто, в Ташкент и Алма-Ату. Там, как обычно, на голом энтузиазме удалось быстро восстановить и учебный процесс, и прием абитуриентов. К 1943 году советские войска вышли из глухой обороны и переломили ход войны. Москва ожила. Фабрики, больницы, школы, институты вернулись по своим адресам. Правда, какое-то время филиал ВГИКа еще оставался в Алма-Ате. Так у абитуриентки Инны Макаровой появился выбор – учиться классическому театральному мастерству в столице или ехать невесть куда, за престижной в то время киноэкзотикой. А я почему-то решила, что я должна поехать в Алма-Ату. Во-первых, мне было интересно одной поехать в Алма-Ату. Далеко я никогда без мамы не ездила. А мама на фронте. Мама уехала на фронт и была в 4-м гвардейском минометном полку под Ростовом. Когда я приехала в Алма-Ату, мне сказали: вот через 2 часа ложись, вот отдыхай, дали матрас, и потом будет экзамен. И вот нас посадили после того, как мы показались, всех на скамеечку, я сидела крайней, и каждой девочке подробнейшим образом объяснили, почему ей немедленно надо доехать домой. Когда дошли до меня, сказали: а вот вам мы советуем остаться. Я осталась. В общем, меня приняли с пятерками. В это время был освобожден Харьков. Только еще Харьков. Минск впереди. Переправа у Киева через Днепр. Это было такое. Мы это видели в хронике. Память Инны Макаровой удивительного свойства. Может вдруг закапризничать в досаде на неудачный вчерашний день. Бывает. А вот все, что касается войны, годы, месяцы, дни и часы, актриса помнит с точностью до звука, запаха, жеста. Феноменально. Варька, перестань, ну идем. Варюха, ну пошли, Варь, пойдем.
31 декабря 1944 года. Москва. Я сижу в нашей комнате, в общежитии. В углу стоит елка. Пишу на столе по-праздничному накрытым. Через полчаса Новый год. Что готовит нам 45-й? Из письма студентки в ГИКа Инны Макаровой маме. Эту переписку актриса опубликовала в своей книге воспоминаний. Объявили, в 4 часа утра будет сообщение. Мы с моей подругой, муж у нее ушел куда-то или с нами был, не помню. Все были взрослее меня, потому что я рано школу закончила. И вообще на год, тогда с 8 лет поступали, а я в 7. И главное, мне было хорошо, когда меня кто-то опекал. И вот, когда объявил Левитан о том, что конец войне, это мы хохотали, мы смеялись. Вы знаете, это такое было событие. Смеялись истерически, конечно. Господи. Это было счастье. Вечером пошли в дом к нашей Кате Деревщиковой. Тоже студентке нашей. Мама ее пригласила нас всех к себе. Ну, нас немного было, но все-таки часть откололась, куда-то пошла. А мы пришли, когда она нас только собралась кормить, стол накрыл очень хороший. И опять речь Сталина. Мы опять на улицу, там уже темно. И салюты, что творилось? Пройти невозможно, машины не могли пройти. Все пешком шли. Вернулись. Еле пили, и нас в повалку, буквально она что-то расстелила на полу, и кто где. Я заснула моментально. Утром открываю глаза и вижу, как какой-то парень пристегивает протез к ноге. Он взглянул на меня. Что, испугалась? Нет, я не испугалась, я в госпитале все видела. Но как же он с нами на протезе мчался от Большого театра и по Красной площади. Это был Станислав Ростоцкий, будущий кинорежиссер. Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов «Молодая гвардия», прочие однокурсники Инны Макаровой все как один станут народными артистами Советского Союза. Молодая гвардия послевоенного кино, мальчишки-ветераны, девчонки-добровольцы, Нонна Мурдюкова, Людмила Шагалова, Вячеслав Тихонов, Георгий Юматов, Сергей Бондарчук. Кровь за кровь, смерть за смерть. Двухсерийная драма режиссера Сергея Герасимова «Молодая гвардия» вышла на экран в 1948 году, спустя всего лишь 6 лет после гибели реальных молодогвардейцев. Во время немецкой оккупации комсомольцы из шахтерского города Краснодон организовали подпольное движение. Отчаянная молодая гвардия так напугала врага, что немцы бросили все силы на борьбу со вчерашними школьниками. Сотню мальчиков и девочек расстреляли январской ночью 1943 года у заброшенной шахты. Они станут героями Советского Союза посмертно. Молодогвардейцам посвятят статьи, очерки, пьесы, поэмы.
председатель Союза писателей СССР Александр Фадеев сочинит роман. Это было на третьем курсе, когда Герасимов пришел и сказал, что вот ваш возраст годится, чтобы играть молодогвардейцев, что вот Фадеев написал прекрасный роман. И нам выдали книжки, я прочла. Ой, как мне понравилось. Ведь это так похоже была жизнь. И мы тоже ездили в колхозы, убирали турнепсы, играли у костров для колхозников. Мы и сами работали, и играли все время. А что ты умеешь делать? А я пою и танцую. Я часто в самодеятельности выступала и всегда с успехом. С успехом? То есть не то, что с успехом. Нравилось всем. Я понимаю. Ну что же, артистка, это хорошо, это может пригодиться. Я долго не знала, что я буду играть. Мне не говорили. И вот когда уже мы в напряжении были, дверь приотворилась, вошел шофер и поманил меня. Шофер Герасимова, который увозил Фадеева домой после экзамена. А к нам еще никто не подходил. И тихо сказал: «Любку ты будешь играть», Фадеев сказал. Роль мечта. Любка Шевцова, боевая красавица, комсомольская Кармен. На следующий день после премьеры одним росчерком вождя студентка ВГИКа Инна Макарова получила такую путевку в жизнь, мечтать о которой запрещено. Сталинская премия первой степени, все равно, что божественная отметина. Мы еще были студентами, это вообще впервые было. Когда объявили утром по радио, что 5 человек... студентов. Это был, конечно, необычайный акт, потому что никогда студенты, еще почти студенты, молодые актеры, получали сталинскую премию. Это было необычайно. А кто пятеро, вот 5 человек? Это Нонна Мордюкова и Владимир Иванов. Это Ляля Шагалова, потом Сергей Гурзо. Вот и считайте, сколько. Я, Нонна Мордюкова, 5 человек актеров молодых. Я была уверена, что Сергей Федорович Бондарчук тоже получил. Нет. Нет? Он не получил. Потому что у него вырезали эту главную сцену. Он не получил. Он только побежал за шампанским. Немедленно. Главным консультантом фильма «Молодая гвардия» товарищ Сталин назначил товарища Сталина, о чем титры, конечно, умалчивали. Неоднозначный образ коммуниста, шахтерского лидера Андрея Валько в исполнении Сергея Бондарчука особенно рассердил вождя. Когда первый раз посмотрел Сталин первую серию, а в ней была сцена Валько и Шульги, играл Хвыля Шульгу, потрясающий был актер. И Валько играл Сергей Федорович. И вот они играли эту сцену сказочно, смотреть было, но ее пришлось вырезать. Потому что он сказал, что не было панического отступления, не было провала партийной организации. Отступали на заранее приготовленные позиции. Но это бывает. Через много лет, уже после смерти главного консультанта, Сергей Бондарчук станет признанным мастером, большим человеком и возглавит Союз кинематографистов. А в начале 50-х Сергей Федорович, начинающий артист, муж лауреата Сталинской премии. Однокурсники поженились, едва окончив институт. Инна Макарова тогда была обласкана правительственным вниманием. И очень скоро молодая семья получила квартиру в новостройке. На Песчаной улице, новый дом, на 4-й этаж, однокомнатная отдельная квартира с газом, с балконом. И когда меня все узнавали, поднялась на 4-й этаж, вошла
маленький коридорчик, и потом в комнату балкон. И там еще лес был, сейчас там уже дома. И Всесвятская церковь стоит. А я читала, у Толстого, Толстой ходил пешком туда. Там были дачи. И в этот момент Всесвятская церковь стала колокола. И вот в этой квартирке и появилась моя доца. Вот как это было. Ну, конечно, мы там были счастливы. Ну, о чем говорить? Ну, это начало жизни. Начало жизни такое счастливое для нас. И все было очень хорошо. В 1954 году начались съемки фильма «Отелло». Демонический мавр Сергей Бондарчук. Пленительная Дездемона Ирина Скопцева. Это и вправду были шекспировские страсти. Экранизацию классической трагедии снимали в Крыму. Вполне вероятно, что отношения артистов Бондарчука и Скопцевой начинались как ничего не значащий курортный роман. Так это или иначе, газета «Правда» в то время светскими подробностями не увлекалась. Тем не менее, как только Сергей Бондарчук завершил работу над ролью Отелло, он вернулся домой, в счастливую квартиру на Песчаной улице. Инна Макарова написала книгу, довольно откровенную. Там она рассказывает несколько глав, очень подробно посвящено ее расставанию с Сергеем Федоровичем Бондарчуком. Но так или иначе, в интервью Инна Владимировна второй жене Бондарчука, а второй жене своего первого мужа, не говорит ничего. И, наверное, это очень достойная позиция. Я поняла, что если я останусь, мы прожили 10 лет с Сергеем Федоровичем, мне не удастся жить больше, играть в кино и вообще работать. Мне надо будет быть с ним. А мне надо было ехать на фильм «Дорогой мой человек» в Ленинград. А он уже был готов ехать снимать фильм «Судьбу человека». Ему захотелось быть режиссером. И я поняла, что я не смогу. Я все время расставалась с ним. Я ехала в Болгарию. Я первая русская артистка, которую пригласили за границу сниматься и пустили. Но невозможно всю жизнь ездить только было мне с мужем. У меня свое расписание, у него свое. Я поехала на фильм «Дорогой мой человек», а он на «Судьбу человека». Сказала, мы должны расстаться. Вы сказали? Я сама сказала. И была права абсолютно. Вот исторически я так понимаю, я правильно сделала. Мне нельзя никому подчинять свое время. Ну, детям это понятно, если бы, так сказать, мне надо было это. У меня мама была, мама приехала, она была с Наташей. Вы выбрали работу? Конечно. Это мое призвание. Это моя работа, это моя, мое счастье. Вы понимаете, когда я приезжаю вот куда-то, и мне надо выходить на сцену, в любом варианте. Я люблю сцену. Но мне надо, чтобы меня понимали тоже. И мне нельзя со мной поступать так, как просто с женой. Я актриса. Я была бы несчастлива. Ваша отличительная черта – единство цели. Колоссально. Единство цели. Здорово. В 1959-м, через год после премьеры фильма «Дорогой мой человек», Инна Макарова получит развод. Еще через год Сергей Бондарчук женится на Ирине Скопцевой.
Актриса целиком посвятит себя мужу. Будет отказываться от съемок, чтобы быть рядом с ним и заботиться о нем. Инна Макарова сыграет в 60 фильмах и станет звездой кремлевской величины. Второй раз она выйдет замуж в 45 лет за профессора, хирурга Михаила Перельмана. И сегодня они живут вместе, хотя и сегодня она вечно в разъездах. Гастроли, съемки, творческие вечера. Михаил Израилевич вас понимает? Очень. Более чем. Он не ревнует вас к профессии, к вашей? Нет. Нет? Он очень умный. И я не дура. Володя, а ты бы хотел, чтобы я была великой актрисой? Я с тобой как с человеком, а ты? Ну, например, такой, как Любовь Орлова. Ладно, вот ты лучше слушай. Ваше представление о счастье. А что бы вы ответили Степанову Варвара? Ну? Взаимная любовь. Борьба. Вы помните вот в вашей жизни такой острый момент счастья? О, так, конечно. Вот что это было? Вот несколько. О, это много. Ну вот, вот первое, может быть. Для меня все интересно. Вы не представляете, что такое счастье. Во-первых, счастье – это, конечно, высоко сказано, но благополучие моей семьи для меня счастье. У меня муж, с которым мы 40 лет живем, человек, и который меня дважды спас. А что нам, собственно, вспоминать? Ну, например, как я собиралась стать великой актрисой. Это так смешно. Ужасно смешно, безумно. Ты не помнишь. Начинается концерт. Вальс. Эти кадры из художественного фильма для Инны Макаровой почти документальная хроника ее юности. Во время войны она, ученица Новосибирской театральной студии, точно так же выступала перед ранеными. Сверкала ямочками и улыбалась, как будто все хорошо, а лучшее, конечно, впереди. Возьми там лимон и шоколад, на столике все, что есть. Артисткам полагается. У раненых ничего нельзя брать, только цветы. Тогда возьми цветы. Будущий муж Инны Макаровой Михаил Перельман поверил в это благодаря ей. Там же и тогда же, в Новосибирском госпитале. Он когда-то меня, видимо, видел, невидимо, а точно. Я выступала в госпитале эвакуированном, где был хозяином этого госпиталя его отец, тоже хирург. А он заканчивал институт. Очень сложным путем через Кавказ их переправили через Каспийское море в Новосибирск. И мы приехали с нашим кружком к ним выступать. Видимо, тогда он меня запомнил. Но я его не помню. А потом мы случайно встретились. Мама заболела. И мне кто-то дал телефон, говорит, вот этот человек вам поможет. Я пришла, он взял меня за руку. Я ему рассказала, вот мама, реабилитацию надо пройти, вот был инфаркт. И он помог. А потом все ближе и ближе. И с 71-го года мы с ним живем вместе. А вы сказали, он вас спас. Ну, это по хирургической и бронхиальной астме у меня была. Доктор, это очень страшно, да? В сущности, все мы герои. Только потому, что умеем забывать о том, что осуждены на смерть.
Не жизни жаль с томительным дыханием. Что жизнь и смерть? А жаль того огня, что просиял над целым мирозданием. И в ночь идет, и плачет, уходя. Я живу, всю жизнь работаю, а ведь задыхалась очень. А кроме того, вот этот мои поездки по Востоку, я помню, в Сирии я видела, или это в Бейруте было, у нашего представителя на столе стоял Роботинекс, такой был препарат. Оказывается, у всех там особая какая-то вода. Очень у многих были почечные колики. А я месяц ездила там, и мне нельзя было это делать. У меня была операция, и он присутствовал при этом. И он знал, куда, кому. Мне бы отняли почку. И Миша присутствовал, когда мне давали наркоз. И, в общем-то, спас мне почку. Это не шутки. Потому что я 10 лет ездила с этими ужасными приступами. Везде все было. Все могло быть. Не двигаться. Хорошо, вы красивы. Очень красивы. Очень красивы. Как улыбки можно добавить? И еще раз. И просто спокойный взгляд. И еще раз. Инна Макарова в профиль и анфас. Звезда с обложки журнала «Советский экран» 50-х и 60-х. Сколько тогда было тех обложек и первых глянцевых фотосессий с ее участием? Дотошный архивариус сбился бы со счета. В начале 70-х актрисе исполнилось 45 лет. Трудный переходный возраст. Еще не бабушка, но уже не молодая героиня. Ее сверстницы сражались за роли. Она предпочитала творческие встречи и представительские гастроли. Пусть даже в странах третьего мира, пусть даже опасные для здоровья. Адаптироваться к экзотическому климату ей было проще, чем приспосабливаться, например, в театральном коллективе. А ведь ее звали и грозились обеспечить ролями. Я помню, как я входила в малый театр. Мне очень понравилась дверь, такая большая. Бух! Это малый театр. Мне больше всего входить и выходить нравилось. Но не приспособлена я была никакими даже мелкими интригами. Не могла. Так вот мне недавно и сказала одна актриса, хорошая, Мирошниченко из МХАТа. Нет, Инна, вы бы не смогли там столько сыграть. Пришлось бы бороться за роли, доказывать что-то. Характер не такой, чтобы вот бороться. Характер другой. Я любила просто играть. Я не умела бороться за роли, не умею. Моими друзьями были мои близкие люди и... зрители. Я всех любила. Наших актрис я всех любила, естественно. Но меня иногда третировали, потому что я не умела выбивать себе роли. Более того, у меня отнимали роли. Но об этом не будем говорить. Я не хочу. А не хочу. Это надо называть фамилии людей, которые ушли. А скажите, вот режиссер Бондарчук никогда не предлагал вам ролей? Нет, конечно, нет. Ну что, он бы хотел, но нельзя. Да и я бы не стала. Да нет, ну зачем эту бередить эту историю? Не надо. После развода Инна Макарова и Сергей Бондарчук остались друзьями. Он приезжал, чтобы увидеть дочь. В тайне от своей новой семьи. Бесстрашный полководец, режиссер эпопеи «Война и мир» страшно боялся одного – женской ревности, бессмысленной и беспощадной.
человеческих условиях он ведет себя по-человечески, а вы делаете вид, что все это вас не касается и считаете своих гостей, вы, кажется, так нас называете чем-то внешним, мешающим. А ведь это вы сами. Мамина гордость, папина боль. Наталья Сергеевна Бондарчук. Ее отец ушел из семьи, когда ей было 9 лет. Дочь героев-молодогвардейцев держалась героически. В жизни Натальи Бондарчук всегда было место подвигу. Разве не подвиг в ее случае вот так, без разрешения и без родительского благословения, взять и стать актрисой? Великая мама Инна Владимировна, всесоюзная звезда, последней узнала о том, что ее дочь поступила на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, к тем же самым педагогам, которые выпустили свою знаменитую послевоенную молодую гвардию, которые учили родителей Натальи Бондарчук. Вот я предчувствовала, что она будет актрисой. И так и получилось. Она трудоголик абсолютный. Работает без конца. У нее столько замыслов. И все-таки актриса Инна Макарова сыграла в фильмах режиссера по фамилии Бондарчук. В середине 80-х Наталья Бондарчук прекратила сниматься и начала снимать. И во всех ее фильмах по сей день мама крупным планом. Поработать с отцом, подыграть ему в эпизоде или побегать ассистентом на съемочной площадке у Натальи Бондарчук не получилось. Она не просила, а он не предлагал. Только однажды, давным-давно, после ухода из семьи и долгой разлуки с дочерью, Сергей Бондарчук увидел в своей подросшей Наташе образцовую Наташу Ростову. Отец, когда долго ее не видел, лет 5, наверное, и когда увидел, прибежал и говорит: «Наташа, девочка, ручки нужны. Господи, была бы ты немножко старше, я бы тебя на Наташу пробовала». Вот это, клянусь, было. На Наташу Ростову «Войну и мир». Она была тоненькая очень, глаза хорошие. Она же была казак. И недаром ее казаком, казаком называла одна из персонажей «Войны и мира». Наташа не просто так. Точность поведения. Это вот то, что отец говорил, да. Это на моих глазах было. Он потом приходил ко мне много часто, днем. И мы беседовали, и довольно часто. Жаловался. Ну ладно, это его всегдашняя манера была. Не помню, о чем мы говорили. О чем-то очень... Мы никогда не ссорились. Никогда. И... Вдруг я что-то иду, взять мне надо было, чай пью. И он мне в спину говорит: а я буду снимать «Войну и мир». Я сразу: кто сценарий будет писать? Он: я сам. Ты с ума сошел, закричала я на него. Ты с ума сошел, еще сам будешь, наверное, играть. Ты что? И он взял руку сценариста. Не то чтобы она сомневалась в способностях своего бывшего мужа или умоляла его достоинства. Нет, она умоляла его об одном – беречь себя. «Война и мир». 4 года работы на износ. Однажды во время съемок Сергей Бондарчук пережил клиническую смерть. Остановка сердца. Впоследствии сердечные приступы случались у него все чаще, и возникали другие проблемы со здоровьем. Время от времени он консультировался у второго мужа своей первой жены, хирурга с мировым именем Михаила Перельмана. Сергей Бондарчук умер в 1994 году. Ему было 74 года. Я знала. Я за год знала до этого, что ему надо срочную операцию. Но однажды муж пришел, я говорю: ты был в ЦКБ? Был. Что? А мне Миша сказал, какой у него диагноз. Он был консультантом, но не
там не работал. Я его просила, узнай, для Наташи мне надо сказать. И вдруг он Наташе пришел и сказал, а он исчез. Как исчез? Куда? Уехал. С таким диагнозом. Он уехал в Италию снимать фильм «Тихий Дон». Его зарубежные друзья-продюсеры неожиданно нашли деньги. Подгоняли, торопили, настаивали. Завершить работу над фильмом Сергей Бондарчук так и не успел. И тянулось время, тянулось. И вернулся Сергей Бондарчук весной в Москву. Уже было поздно делать. Но он прожил еще полгода. Вы успели с ним поговорить? Нет. Он стоял возле кабинета, где консультировал мой муж. Почему-то поздно вечером. И как он туда? Он был в плохом виде. Так как я просила узнать, что с ним, муж позвонил мне и сказал, Инна, он здесь стоит в коридоре в очень плохом виде. Позвать? Вот тут я напугалась. Я говорю, нет, не надо. Когда он выглянул, его уже не было. Он ушел. Это было незадолго до ухода его из жизни. Но это Божье дело. Я не хотела путать карты никакие. Да и испугалась. Что я могу сказать ему, что он умирает? Год бы назад. Не уезжали бы в Италию, он бы жил. Может быть. Инна Макарова не была на похоронах Сергея Бондарчука. С ним пришла проститься дочь Наталья. Новая семья отца ее приняла. Земли стоял в огне, стараясь объясниться. Была весна, подснежники цвели, была весна, и он не мог не литься. Из той молодой гвардии советского послевоенного кино, из того звездного курса студентов ГИКа, лауреатов Сталинской премии первой степени, сегодня осталась она одна. Народная артистка Инна Макарова. 1926 года рождения. У нее есть дочь, внуки, правнуки и зрители, такие же близкие ей, как родственники. Она так чувствует и не может остановиться. Ездит на творческие встречи, читает стихи, принимает цветы, почему-то всегда очень смущенно. Ей всегда кажется, что это незаслуженно, что еще необходимо завоевать это право на всенародную любовь. А раз так, эти обаятельные ямочки будут сверкать по-прежнему. Как всегда, вопреки эпохе, нынешней эпохе наспех скроенных легенд. Нет, мне ничего не жалко. Я всегда находила альтернативу. Мне ничего не жалко, что я там не сыграла это. Ну, я нашла свою. Я сейчас с таким удовольствием езжу. Столько, сколько я в этом году ездила, вы даже не поверите. В Адыгее была, в Ростове дважды, в Таганроге. Одна ездила в Петрозаводск, в Великий Новгород. Вы знаете, это такое удовольствие встречаться со зрителем. Немногие говорят. А вы знаете, что мне многие говорят, мужчины, сейчас, как я в вас был влюблен. Причем какие мужчины в то время. Я говорю, ну как прекрасно. Поздравляю вас с этим. Это забавно очень. Замечательно. Хорошо, какой красивый. Очень красиво. Очень хорошо. Еще раз.
Макарова, вот к ней поднеси, кажется, два проводка, и лампочка засветится. Потому что энергии нечеловеческой море. Море. И при этом она сидит и говорит: ой, Сереженька, а я вот там послезавтра в Магнитогорск, через три дня там еще в каком-то устье, далеком городе, потом я там в каком-то Уссурийске, потом я в Ханты-Мансийске. Я говорю: Инна Владимировна, а отдыхать когда? А он говорит: я не могу отдыхать, меня ждут люди. И она такая вот светящаяся. Это безумное количество обаяния. Это море энергии. Я мечтаю о работе. А сейчас есть какая-то вот перспектива роли какой-то? Еще бы. У меня много перспектив. Много. Это было сумасшедшее дома не год. И сколько я моталась, просто меня много приглашают сейчас. Да вот еще в нескольких фильмах снялась. Устала. Хочу сцену. А тут и звонок из театра. Пожалуйста, сцену. Вот завтра поеду разговаривать. Что за творческий вечер они хотят мне устроить? Вызвали? Хорошо. Работа есть, прекрасно. Все пока, слава Богу, живы-здоровы. Да ведь вот это самое главное. И страна, чтобы наша оправилась от всего, что происходило. Потому что ломать через колено страну тяжело, трудно. Такая гигантская страна. И сколько было у нас изменений. Войны, войны. Не дай Бог. Надо быть добрее друг другу.